собой облачность и небольшие дожди, что, впрочем, только обрадует садоводников и огородников и садоводов. О, боже мой, ну и сказанул. В остальных областях предельно ясно и, конечно, солнечно. Да что такое? И солнечно, конечно. Тьфу. И, конечно, солнечно. Значит, профессор, вы считаете, что урожай с огорода будет более витаминизированный и минерализированный, если оградить посаженную культуру от этих маленьких вездесущих сорняков? Что такое? Брат, у меня здесь огород, а не клумба. Совершенно верно. Что такое сорняк? Популюс вида. Растение дикое, некультурное во всех отношениях. Ах, профессор, как это вы точно сказали? Вот теперь красота. Ёжик, если бы тебе предложили на выбор немного морковки или хорошее настроение на оставшееся лето, ты бы что выбрал? Конечно, хорошее настроение. Так и запишем. Ёжик отказался от своей части урожая морковки. А если бы предложили немного яблочек или... Яблочек. И много. Оу. Копатыч, ты чего это все цветами усадил? Что мы есть-то будем? Это не я, честное слово. Это сорняк. Всю культуру поел, плюш. Ну, сорняк, держись. Ты сейчас нам за культуру ответишь. Приступаем к силовым упражнениям. Взяли гантели в руки. Подняли, опустили. Вверх, вниз. Дыхание свободное, руки легкие. И раз-два, три-четыре. Раз-два, 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 раз-два. Закончили упражнение. А что если это и не сорняк, а какая-то особая культура? Вот и урожай. А если он ядовитый? Переходим к бегу на месте. Ой, ой, ой-ой-ой, ой, я на минутку. Побежали. Ой, ой, ой-ой-ой, ой, 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 ой. Ядовитый плющ. Это раствор моего собственного приготовления. Для культурных растений он безвреден. А сорняки его, ох, как не любят. Копатыч, смотри, куда прыскаешь! Для культурных раствор безвреден. Извини, честное слово. Ай, кто-нибудь, помогите! Вот же сорняк разросся. И чем сильнее, тем наглее. Одним словом... Некультурный. Есть мнение, что нам эту ядовитую громадину не победить. Ой, опять? Да что же это такое? Я скоро буду... Ух ты! Какое здесь ветрище! Они надуваются. Копатыч! Куда? Ёжик! Пусти! Пусти, некультурный! Копатыч! Иду! Ползу! Лезу! Поднимаюсь! Контакт! Есть контакт! Джамайка! Что это? Это апофеоз. Ёжик! Копатыч! Вы куда? Надо как-то
спускаться. Часово. Поехали. Назад! Не пущу! Ребята! Ну, ребята, вы попали. Твой домик. Твоя тачка. А? Урожай! Диагональный пас на правый фланг. Перевод налево. Налево штрафную. Гол! Гол! А семечки у этого сорняка вроде ничего. Вкусные. Ой. Я на минутку. Никуда не уходите. Я сейчас.